пошла. Латва, не так быстро. Не торопись. О, это ты! Никогда о твоей помощи не забуду. Я бы с радостью взглянул на твои товары. Откуда ты меня знаешь? Мы виделись давным-давно в Бракелоне. Боюсь, я не помню. Ничего удивительного, ты был ранен. И если бы не забота Дриад, вряд ли бы мы с тобой сейчас разговаривали. Это было так давно, что мне кажется, будто все случилось в другой жизни. А может, так оно и есть. Вафаэль. Ну, все. Но! Эй! Ждет смерть от отравления 3 фунтами стали. Здравствуйте, мастер-ведьмак. Я убил лешего, который напал на дровосеков. О, это прекрасно, чудно. Правда, придется найти новых лесорубов. Но в работниках тут недостатка нет. А если сюда какой-нибудь новый леший придет? Всякое может случиться. Тогда придется поискать какого-нибудь ведьмака. Ну да. Разумеется, тебе полагается плата. Я ведь не из таких, что не платят за хорошую работу. Прощай.
Расхворался я что-то. Гладко ты с чудовищами разбираешься. Прошу. Что у тебя? Будь здоров. Где-то я тебя видел. После дождя на полупитом мы строим пилак. Вперед, плотва! Пошла! Но! Приветствую! К вашим услугам! Откуда путь держите? Трудно сказать, я уже полсвета обошел. Как и я, как и я. Если уж ты добрел до самого Новиграда, не лучше ли торговать в стенах города? Там цеха и гильдии уже давно держат ценовой сговор. Любых конкурентов дали. А тут движение большое, никто не в претензии. Да и приятнее, чем сидеть в душных стенах. Я взгляну на твои товары. Будь здоров. Надеюсь, мы еще свидимся. Шевелись, плотва. Подозрительно ты выглядишь, придурок. Смотри, куда стрелу. Это Новиград, а не твоя деревня. А что это ты по улице? Держи. Порядочных людей на нечистые мысли подбиваешь. Я к колодцу, что ли? А отравить?
Эта дама, кажется, недовольна вашей компанией. Дама? Какая такая дама? Ты что, жухов ее не видишь? Это же эльфка. А эльфы, неизвестное дело, всегда замышляют. Ничего я не замышляю. Мне воды набрать надо. А во что ее наберешь? Где у тебя ведро, а? Почему ты не скажешь правду? Как же это почему? Потому что нелюдь, а у них вранье в крови. Ты, ведьмак, гладким личиком не обманывайся. С виду эльфы все из себя, как на картинке, а внутри гнусь наихудшее. Оставьте ее. А по какому праву ты будешь нам приказы выдавать, а? Пойдем, Радка. Ведьмаку убить, как глазом моргнуть. Выдыхай, все кончилось. Ха, кончилось? Разве что для тебя. Ты-то уйдешь, а я останусь. И они тоже никуда не денутся. С этим я уже ничего не смогу поделать. Тогда зачем вмешивался? Ты прогнал этих мужланов не ради меня. Решил почувствовать себя справедливым и благородным. Рыцарем на белом коне. Так ведь? Иди, Вадгерн, и помни, нам не нужна твоя жалость. Занят лучше. Пойди прочь. Как же это тебя стража в город пустила? Эй, ты, ворчонок, плохое ты время выбрал для прогулки. Кто-нибудь из вас припоминает человека по имени Щер, который работает на тесака Вареза? А ты не встревай между водкой и закуской. Не твое это дело. Давай, уматывай отсюда! Давайте я сделаю вид, что не слышал того, что вы мне говорили, а сейчас уходите, пока можете. Я вижу, вы только глотку драть здоровы. Сука! Мы что, барского защитничка испугаемся? Покажем ему, как такие дела в нашей конторе обделывают. За помощь. С этим сбродом иначе нельзя. Они сами напрашиваются. Как и ты. Ходишь здесь в такое время, в такой одежде? Ну, я здесь по делам. В таком случае удачи. А, подожди. Ты помог мне раз. Может, захочешь помочь и другой? А? На этот раз не только за спасибо. На меня у тебя денег не хватит. Забавно. Вопрос, который меня сюда привел, сулит огромную прибыль. Так что, если вопрос только в деньгах, мы наверняка договоримся. Согласен. Буду идти в шаге от тебя. Держи меч наготове. Разумеется, просто на всякий случай. Ну, конечно, я всегда так хожу на прогулки. Хватай!
Эти люди тебя здесь ждали. Во что ты впутался? А, это обычные идиоты. Не знают, что не стоит задираться там, где ходит крупная рыба. Я вспомню об этом, когда мы будем рассчитываться. У тебя сегодня плохой день. Один, кажется, сказал, что покровители тебе не помогут. Во что ты впутался? Ну, скажем так, я нашел определенную нишу, которую намерен занять. Подробности я оставлю при себе, поскольку не плачу тебе за вопросы. Пока что я и крона не видел. Ты опоздал. Ну, скажем так, по дороге у меня возникли непредвиденные приключения. Но сейчас мы можем перейти к делу, и это главное. А это еще кто? Мой садовник. Я всегда беру его с собой. Он приносит мне счастье. Только не надо мне тут этих шуточек, ясно? Добро. Давай к делу, а то нас тут зима заставит. У меня есть 4 кварты сразу. Еще 2 на подходе. Если ты не врал насчет спроса. Я, Гинтер де Лаверак, никогда не нарушаю слова. Я раздал прошлые 4 кварты без всяких проблем. Люди готовы брать куда больше. Но это мы еще увидим. За последнюю партию ты должен 5000 крон. Мы договаривались на 4000. А я не люблю ловкачей. Не пытайтесь меня обмануть. Не то попробуете ведьмачьего клинка. Правда? Меня не интересует, кто кому и сколько должен. Но этот человек мне платит, так что я не хочу, чтобы он обеднел. Ведьмак, не ведьмак. Со всеми нами тебе не справиться. Хотите проверить? Худой мир лучше доброй ссоры. Пусть будет 4000. И пойдем отсюда. Вести с вами дела – исключительное удовольствие. Что ж, все вышло лучше, чем я мог ожидать. Ты нагулялся? Да. А вот и твоя плата. Один вопрос. Кому ты продаешь фисшник? О, у меня множество знакомых в высших слоях общества. Они требовательные и хорошо платят, но фиштек должен быть самого лучшего качества. Приятно было познакомиться. Thank you.
Рома на лице. Приветствую. Гляньте-ка, свет представления. Ведьмак в борделе. Что же тут странного? Ты странный, брат. Все знают, что ведьмаки – выродки и ненормальные мутанты. А здесь порядочный бордель для шлюх с принципами. Говори на чистоту. У тебя в штанах точно все, как у обычного мужика? Когда последний раз проверял, все вроде было на своих местах. Я хотел бы кое-что купить. Прощай. У тебя вульгарность написана на лице. Можем сделать это здесь или пойти ко мне? За это вообще деньги платят. Качалку. Да пребудет с тобой сила вечного огня. Ведьмак? О, ты верно пришел по объявлению? Не вполне. А в чем дело? Я правильно расслышал, что тебе нужен спутник для какой-то экспедиции? Не какой-то, а Замари. Знаешь, когда меня в 1242-м призвали в пехоту, я обещал моей любимой Летте, что вернусь живым. А к тому же привезу ей жемчужину со Скеллиге. Да не какую попало, а черную. Самую ценную и редкую. Но у тебя и фантазия. Ну да, только словами все и кончилось. С войны я вернулся и с одной, и с остальных. А вот обещание не сдержал. Ну а теперь-то я все изменю. Ведь если не сейчас, то когда? Только постарел я за это время. Да ты и сам видишь, один я не справлюсь. Мне нужно надежное плечо, чтобы на него опереться. А лучше ведьмака спутника не придумаешь. Ну так как? Затея безумная, но надо признать, есть мне какое-то очарование. Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу. О золоте не беспокойся. Я его порядочно с разных войн напривозил. Встретимся на Скеллиге, у развалин моста под Аренбьерном. Оттуда всего пару шагов до лагуны, где черные жемчужины и родятся. Договорились? Да, так и сделаем. До встречи. Расовая гигиена в этом городе. На том же самом уровне. Я, кажется, я вижу претендента на поединок с Капрал. Пешками удавлю.
что принести? Покажи мне свои товары. Будь здоров. С ноги ему! Космы у тебя белые, как у сына мельника. Можно? Смотря что. Я ищу кого-нибудь, кто идет на Скеллиге и возьмет меня на борт. Моя Атропос идет на Скеллиг. Зерно везу. Только тихо. У тебя деньги есть? Держи, этого хватит? Мешок тяжелый, как бычьи яйца. Так что, готов в дорогу? Ты сам-то готов? Ты едва на ногах стоишь. Уясни себе одно. Капитан Волверстон никогда не ходит в море трезвым. Море в одну сторону, Волверстон в другую. Вот и качает потише. Ну так что, в дорогу? Поплыли. Топ. Осталось стременную. И на пассажок за удачу. Здоровья мои, Атропос. Поднять паруса. Не подходи, убью. Я смерти не боюсь. Вижу, меня выбросило на Арт Скеллиг.
Откуда ты знаешь? На тебе цвета клана Крайт, а Артскеллиг принадлежит им. Ты плыл на Атропос? Да, я думал, у капитана с вами какой-то договор. Может, с Лугасом он и договаривался, а с Крахом нет. Хотя стоило. У нас тут чужих кораблей не любят. А ты-то чего ищешь на Скеллиге? Встречаюсь с чародейкой. Йеннифер из Венгерберга. Гайртрольда у Краха гостит какая-то чародейка. Может, она самая и есть? Как выглядит эта чародейка? Одета в черное и белое. Если б не сиськи, можно было принять за косатку. Хотя и с сиськами ее многие спихнули бы обратно в море с большим удовольствием. В Йеннифер много хорошего. Надо только узнать ее поближе. Не сомневаюсь. Знаешь, как попасть в Каэртроле? Как-нибудь попаду. Держи путь на север. Потом повернешь к западу, в сторону залива. И придешь к мосту. Ярл сегодня в порту. И твоя чародейка должно быть тоже там. Спасибо. До свидания. Магия — это место силы.
Логово Сирен. Надо бы от него избавиться. Медальон дрожит. Это место силы. Но! Теперь помедленнее. Будем держаться вместе, и все будет может, хорошо. Может, серебряные сережки с большой землей? Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свои товары. Бывай. Взгляни-ка сюда. Эй, ты. Да хранит тебя Фрейя. Пошла.
Но! Вы слышали, что это ворон? Эй! Почему мне нельзя поиграть, а? Мы идем в гавань прощаться с королем Браном. Не время, человек в беде. Кто теперь будет королем с кем? Никто не знает, но боги устроят, чтобы это был кто-нибудь, перед кем голову не стыдно преклонить. Может, на корабль хочет заняться? Прости, что беспокою тебя своими несчастьями, но у меня просто нет выбора. Что случилось? Мой корабль разбился во время последнего шторма. Я потерял все. Чем я могу тебе помочь? Мне не на что даже вернуться домой. А каждый день опоздания приближает меня к банкротству. Ну да, можно было бы догадаться, дело в деньгах. Значит, тебе нужен заем, точнее, пожертвование. Я верну все до последнего медика, клянусь. Просто зайди ко мне в Новиграде. Я тебе помогу. Я часто бываю в Новиграде, так что охотно тебя навещу и спрошу, как идут дела. Благодарю. Ты найдешь меня в портовом квартале. Меня зовут Йохан Боннер. В таком случае до встречи.